Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я без особых усилий притягиваю все лучшее. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня вы обязательно притянете все самое лучшее. Ну а теперь волшебное послание на 10 февраля. Ваши задумки и цели. Ваша реальность формируется на основе того, к чему вы стремитесь. Спросите себя, какие у вас планы? Позвольте вашим желаниям и эмоциям отражать истинные стремления вашего сердца. Вам предлагается осмыслить собственные ожидания от жизни. Определяя цель, вы обретаете четкое направление для действий. Из ваших стремлений формируется будущее. Ангелы призывают вас внимательно выбирать жизненные маршруты, наполняя их сердечной теплотой. Представьте себя и других людей в гармонии, процветании и спокойствии. Следуя благородным стремлениям, вы дарите добро себе и окружающим. Небесные покровители напоминают о возможности заменить мыслительные привычки, отказавшись от пессимизма, в пользу оптимизма. И всякий раз за подобное преображение они готовы оказать вам поддержку. И обязательно в течение всего дня проговариваем такую аффирмацию. С каждым новым вздохом я привлекаю возможности для радости и благополучия. Я четко вижу свои желания и делаю шаги к их осуществлению. Мир отвечает мне взаимностью, наполняя мою жизнь изобилием и светом. Вот повторяем столько раз, сколько считаете нужным. И вы увидите, что вы обязательно сможете осуществить все свои желания.